отмечаете праздники в садике? Именинник приносит угощение, мы дарим ему подарок, мы угощаемся, фоткаемся и все. Мы, чтобы это отмечать, сначала учим, а потом уже отмечаем. Например, вот сейчас мы учим песню солдатам. Ну, песни поем. У нас была сказка «Кай и Герда». Ну, там, конечно, меня не просили в какую-то играть, но мы танцевали с девочками «Танец цветов». Мы надеваем на стульчики специальные праздничные наряды. Вот. И там в каравай поем. И еще подарки дарят. Ну, играем в сказку иногда. Я играла роль. Эльза. Когда родителей нельзя было запускать в садик, ну, девочки, мальчики дарились девочкам. А сначала девочки дарили мальчикам, потом мальчики девочкам. Что ты даришь родственникам на празднике? Разные поделки из бумаги, открытки. Я один раз маме подарила свою глиняную фигурку. Я делаю самоделки. Бабушке дарю какую-нибудь открытку с мамой. Дедушкам дарю шоколадки. Я всегда маме быстрее всех дарю, открытки делаю. Когда был день бабушек и дедушек, мы им делали в сарафанчике бабушкам. Ну, в тот день Победы мой папа, мы делали звездочки папам. И папа куда-то делает. Непонятно куда. Наверное, выбросил. В 8 марта мы дарили цвет, такую картину, сделанную маме. Картинку с цветочками. Маме, ну, там, красоту, которую она любит.